Ежемесячно в округе по исполнению 14-летнего возраста юным жителям вручают паспорта граждан Российской Федерации. С получением документа ребят по традиции поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Хотел бы вручить паспорта всем нашим новым, официально уже жителям городского округа. Видновчанка Анна Шевченко пришла за своим первым паспортом вместе с мамой. Девушка отмечает, с документом появится возможность одной путешествовать по миру. Как будущий дипломат, Анна стремится как можно скорее приступить к изучению регионов своей страны и культур других народов. Я рада, потому что я вступаю в такую взрослую жизнь уже официально. Я за свои действия несу ответственность сама. Могу передвигаться по России одна уже. Паспорт – это один из самых важных документов вообще для человека. Мама Анны уверена, что ее дочь запомнит получение главного документа благодаря торжественной обстановке. Очень признательна главе Ленинского района, что он создает такие условия, такой праздник детям. При получении паспорта первого для них это праздник. Сегодня мы тоже будем отмечать. Тимофей Полежаев подошел к вопросу получения паспорта основательно и заранее придумал подпись, которую он будет использовать в дальнейшей жизни. Произошло абсолютно спонтанно. Просто я сидел на уроке и думал, придумаю подпись. Взял себе довольно красивую подпись. Ребенку это событие запомнится, потому что паспорт – это действительно важное событие. Ты становишься полноценным гражданином великой страны с документом. Шести видновчанам с получением документа открылись новые права и вместе с тем же новые обязанности. Каждый отнесся к мероприятию с особым трепетом и отметил, что такое событие запомнится на всю жизнь. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.